Двери, видите, у меня стоят. Осталось запенить. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Мы вчера с Сашей поставили двери полностью. Мне осталось только вот вчера просто пену. Некогда было, уже не успели мы тут запенить полностью коробку. Полностью коробку запенить осталось. Вот. Купила без пистолета пену, но она закончилась, мне не хватило. Есть у меня под пистолет пену, но что-то с пистолетом. Пистолет не работает. В общем, короче, одни проблемы. Сейчас попробую еще раз. Почему-то не работает, не знаю. Почему она не работает? Не работает, пистолет не работает. Что-то с пистолетом вроде не забит. Я в принципе попыталась промыть вчера, тоже не смогла, не знаю. Крашу дверь, пока тепло. Может быть, даже сегодня успею два раза прокрасить. Вот, покрашу, чтобы ОСБ еще получше держалась. Потому что все-таки зима впереди. И чтобы ничего не разбухло, на всякий случай покрою два раза белой краской. Сейчас пена у меня там высохнет, я ее срежу. И можно будет вплотную просто потом дверь закрыть и еще раз промазать хорошо. Просто я не закрываю из-за того, что пена там у меня сохнет.
общем, делаю потихонечку дела, завершая сезон свой. Начала делать наличники на окна. Крашу сразу в белый цвет, но он такой. Краска такая, она впитывается сразу. Поэтому наличники получаются не белые, а под цвет дерева, но немножко побеленные. Я потом подкрашу их, пока уже пусть так будут. По второму разу прокрашу, может, нормально будет. Сделала первые наличники, вот, ну, самые простейшие, четырехугольничек сделала и все, покрасила беленький. Сейчас пойду уличную делать еще. Четыре бруска отмерила, отрезала, ну, вот, покрасила и сделала вот так. Вроде ничего, так смотрится беленькая, симпатичненько. Краска какая-то странная, купила белую краску. Она, во-первых, впитывается мгновенно и как-то не очень хорошо ложится. Придется, наверное, перекрашивать. Вот хотя бы так, чисто, чтобы не потемнели, покрасила, а потом, может быть, перекрашу в другой белый цвет. Вот, занимаюсь наличниками сейчас. Сделала сюда еще наличники. На это окошко покрасила. Вот. С наличниками, конечно, лучше смотрится все. Покрасила дверь один раз, не просохла, не успела просохнуть до конца, поэтому второй раз и не покрывала. Просохнет, тогда покрою второй раз. Пены мне тоже не хватило, странная какая-то пена. Я купила, вроде должно было хватить там 65 объема, но не хватило, удивительно. То есть придется докупать и доделывать пену. Я уже сегодня ее снимать не буду, она тем более очень что-то долго сохнет, какая-то пена тоже странная. Вот, в общем, доделала я практически дверь. Осталось мне допенить и наличники поставить на двери. Тут у меня будет как бы закончено все. С этим будет все. Наличники поставила на окна, на оба окна, которые у меня там были. Осталось у меня углы зашить. Ну, все вот эти углы, которые на домике со всех сторон. Вот, углы зашить осталось. Я сегодня так славно потрудилась. Я там еще на огороде закапывала ямы, куда сваливала яблоки.
Вот. Ну, весь компост этот закопала. И, ну, так хорошо. Плюс, считаю, с дверью наличники. Плюс там полы кое-что я там подделала. У меня там доски не до конца доходили. Не хватало трехметровых досок, потому что там чуть больше 3 метра. И я это место закрыла, ну, вот, чтобы там мыши не лазили и так далее. В общем, короче, потрудилась я славно. Сейчас домой уже поеду. Времени 5 часов уже. Уже потихонечку солнце садится. Сегодня, правда, тепло, так вообще хорошо. То ли бабье лето настало. У нас, правда, ночью уже заморозки. А вот днем еще очень тепло, хорошо. Вот, поэтому надо будет доделывать дела. Посмотрим. Не буду загадывать даже. Теперь у нас двое детей, надо помогать. И поэтому, ну, а пока маленький, всегда надо помогать. И поэтому, не знаю, получится у меня все завершить в этом году, то, что я намечаю, или нет. Ну, нет, так в следующем году закончим, ничего страшного. В воскресенье планирую провести стрим. Или в субботу. Думаю сейчас, как получится. В субботу или в воскресенье. Спланировать. В субботу, наверное. Наверное, я в субботу проведу стрим. 6 часов вечера. Вечерний стрим. Анонс о стриме я размещу в сообществе, на всякий случай. Если кто-то захочет пообщаться со мной, задать какие-то вопросы, интересующиеся его, вот, можно будет с вами пообщаться. Поэтому приходите, будем общаться, знакомиться, те, кто у меня недавно на канале, задавайте вопросы. В общем, в субботу в 6 часов вечера я вас жду на стриме. А теперь всем до свидания, всем хорошего настроения, всем хорошей погоды осенней, всем завершить дела по огороду, по садоводству, у кого есть. Ну вот. А так, всем пока!